Обезоружила наша 15-летняя землячка и жюри. Первой кнопку нажала певица Юлиана Караулова, затем к ней присоединились Сергей Лазарев и Игорь Крутой. Маляка воспитывается в приемной семье. Когда девочке было 5, ее родная мама оставила троих детей соседке. Сказала, что уехала на заработки. С тех пор Маляка ни разу ее не видела. На конкурс «Ты супер» юная певица вместе с приемной мамой подавала заявку в прошлом году, но девочку тогда не пригласили на кастинг. Она взяла реванш во втором сезоне, вышла в четвертьфинал. Однако жюри посоветовали Маляке сменить репертуар. То ли это выбор произведения такой. Я сам люблю писать песни кричащие, где там обычно в припевах орут. Крик крику рознь. Ты симпатичная, хорошая. Тебе нужно что-то совершить. Поработать с педагогами, что-то придумать. Может быть, не делать упор на эти высокие ноты, то есть подойти к репертуару. Маляка исполнила акапелла другую песню и покорила последнего члена жюри. Ты только мой, ай-яй, бегу по белому снегу. Следующее выступление Маляки, скорее всего, будет в апреле или в конце марта. Четвертьфинал шоу начинается с 31 числа. Ты только мой родной. Молодец!